следующем году на производственной площадке мексиканской компании «Немок» начнут выпускать детали для автомобилей марки Hyundai. В июне компания получила статус регионального инвестиционного проекта. Работники завода займутся производством блоков цилиндров для двигателя 1.6. Планируемая производственная мощность – 230 машинокомплектов в год. С производством ознакомился глава региона Сергей Морозов. Сами работники рады вернуться на площадку. Из-за пандемии и резким сокращением заказов завод не работал в апреле и мае. Начиная с начала июня, мы увидели тренд возобновления объемов, и мы полным составом вышли уже на работу. Июль месяц тоже у нас выглядит достаточно оптимистично. Мы будем работать полностью весь июль в режиме 5-дневной рабочей недели. Новый инвестиционный проект позволит пригласить на работу еще 120 человек. Объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.